Всем привет! Вы на моем канале ТКВ, и сегодня я снимаю видео, которое называется «Мой обычный день в королевском замке». И я вам хочу сразу сказать, перед тем, как мы начнем, мне вот некоторые в комментариях пишут, как бы, почему у тебя пони спят на полу? Отвечаю, вот здесь вот очень мало места для кровати, поэтому Рарити будет спать на таком, как коврике. Давайте начинать. Дзинь, 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 дзинь. Доченька, у тебя будильник уже прозвенел. Вставай. Доченька, нам надо вставать, я уже завтрак сделала. Доченька, пожалуйста, вставай. Да сейчас, потому что еще встаю уже. Доча, вставай уже. Сестра уже твоя почти встала. Сестра? Нет, я быстрее ее, я быстрее. Ой, где глаза? Стой, масочка, все. Так, доченька, короче, причесывайся, переодевайся как хочешь. Ну, иди завтракать. Хорошо. Маска для сна. Надо снять. Фу. Так, что мы сегодня мне надеть? Я, значит, одену вот эту поярче юмочку и вот этот ободочек блестящий. Видите? Надо переодеваться. Так, все, вот я причесалась уже, все. В юмочке. Ой, аккуратно все, стой. Так. Мама, я готова. Хорошо, доченька, иди вот на завтрак, подожди пока что свою сестру. Так она еще даже что не... Ой, ай, застряла. Ну что, еще даже не пришла? Я буду первой, зато сейчас сяду на свой коронный стул. Смотрите, какой у меня высокий стульчик. О, хороший, да? Это мой стул. Так, сегодня у нас на завтрак вкусняшки, ура! Так, а что было у ее старшей сестры? Доча, вставай. Мамочка, я еще немножко посплю. Доченька, вставай, уже твоя младшая сестра встала. Что? Ты что мне раньше не сказала? Как она? Она меня быстрее? Доченька, успокойся, одень корону и выбери уже себе наряд. Мама, мы что, куда-то идем? Почему так рано? Ну, а что, мы не должны рано вставать? Мы, если ты не знаешь, лицо всей нашей страны. И у нас сегодня будет бал, и ты должна хорошо выглядеть. Во сколько? В 12 часов утра. Утра. Ну, не ночью. А... Хорошо, сколько? Сейчас уже 10 часов, скоро все придут. Мама, что ты раньше не могла сказать? Ты так долго спала. Быстрее застилать кровать. Все, мама, можешь идти, там уже завтракать, все. Блин, надо застилать кровать аккуратненько, вот так вот. Так, чтобы мне одеть? Юмочку не солидно. Сейчас корону одену. Так. Так, о, все, красота. Теперь я хотела бы вам показать свои богатства, как у меня много аксессуаров. Секундочку, сейчас. Ой. Сундук плохо. О, все. Вы только посмотрите, тут и мои короны, и аксессуары, это все мое. Поэтому я могу все что угодно нацепить на гриву. Так, я одену это платьице и расчешусь. Так, ну сейчас вы увидите шедевр. Секундочку, я так повернусь. Раз, два, три. Так, у меня такой идеальный наряд. Если вам он нравится больше, ну, чем у моей сестры, то поставьте лайк. У меня есть красивый, да, наряд? Вот, смотрите, ой, вот это я отдам своей сестре, так уж и быть. Один разочек я разрешу своими аксессуарами пользоваться. Так, ну ладно. Ой, я прилетела, ой. Ну что, ты пришла? Да, я тебе заколочку принесла. Сейчас я ее нацеплю.
Так, вот какая у меня красивая телезаколочка. Сейчас надо позавтракать. Вкуснятина. А, я упала. Так, телепортация. Все. Давай я тоже покушаю. Так, торт нельзя кушать, девочки. Так, вы можете пойти пока что наверх, там погулять, наверху. Или, не знаю, что вы хотите. Я, не знаю, я бы хотела уже, наверное, пойти к кому-нибудь в гости. Так, девочки, в гости пока что никому не ходите, идите лучше наверх. Так, я уже наверху. И я. Ой, как хорошо. Сейчас обещала моя подруга прийти ко мне. Что? Какая подруга? У нас же подготовка к балу. Никто не должен видеть, как все готовим. Как мы, короче, готовимся к этому балу. Да ладно. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, по секрету скажу, моя подруга сейчас тоже придет. Будем их держать на самом высоком этаже. Главное, чтобы мама не заметила. Ага. Сейчас они придут. Ой, это они. Быстрее залетайте. О, привет, как у тебя тут круто. Да, сама знаю. Круто. Так, мы пришли. Ну что ж, давайте веселиться. Ребята, если вы хотите продолжение, ставьте очень-очень много лайков. И, пожалуйста, проголосуйте, кто из нас красивее я. Каденс, ну или она там в таком наряде некрасивом. Ну я, конечно же, красивый, вы же это знаете. Чего? Конечно, на себя всяких камешков надела, и теперь будешь красивая. Да. И всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео, и ждите продолжения. Всем пока! Ура! Пока-пока!